Nice shot. Lock and load. Wow, very good. Let me show you how it is done. Для многих, наверное, было сенсацией, что мы еще с вами здесь и смотрим третью карту. Но, тем не менее, молодцы Team Secret. Вовремя собрались. Анаркис просто красавчик. Такие нереальные прострелы. И вообще СВП сделал очень много работы на карте Dead Train. Ну и сейчас Нюк будет десайдером. И вот вопрос у меня-то в чем? Хорошо, тренер подключился на такой карте, как Train, в такой комфортной стороне, как защита, да? Но теперь играть Нюк — одна из самых, скажем так, тактически зависимых карт вообще в целом. И там замены. Не факт, что все так хорошо пойдет, как на карте Dead Train. А, Artifaction вернулся, инфа есть. Окей. Ну, в общем... возможно, сейчас Team Secret на такой плюс морали, то, что смогли закомбэчить с тренером, при том, что пофиксили проблемы у пятого игрока. И сейчас можно на таком подъеме, конечно, делать вещи. Ну и закоборство, да. Главное сейчас не тильтануть, да, после такого. Мы видели, что винрейты, в принципе, и у Изака, и у Team Secret абсолютно идентичны, 64%. То есть команда неплохо играет на такой карте, как Нюк. Ну и тут много будет упираться, опять же, в сторону, кто как начнет и так далее. Ну вот у Изака Борс, по-моему, были проблемы в игре в атаке против коллектива Apex. То есть не все так хорошо у них, как хотелось бы. А вот защита, да, защита была очень сильная. Как я уже и говорил, работали очень часто в парах. Постоянная помощь, хелпа флешками, открытие. Вот, знаешь, один забайтил, второй тут же подключился. В этом плане у поляков все было круто. Посмотрим. В итоге Изака Борс выигрывает на живой раунд и, естественно, будет начинать у нас защиту. Я же напоминаю вам, дорогие друзья, что если вы давно искали единомышленников, каких-то друзей, товарищей, с которыми вы можете вместе смотреть матчи, обсуждать коэффициенты, делать ставки, то для этого существует канал в Дискорде, канал от Лутбет, в который вы все можете вступать и там делиться своим мнением. Возможно, послушать мнение со стороны, прежде чем поставить какую-то ставку. Поэтому почему бы и нет? В такой ситуации... лучше выслушать, как говорится, обе стороны. Может быть. Ну, знаешь, бывают такие дни, когда в определенном тайминге ты чувствуешь, да, вот здесь эти ребята могут победить. Mm-hmm. И у тебя в этот день действительно все получается. Ты угадываешь, ну, вот, например, на следующий день встаешь, смотришь на матч, и абсолютно нет, ты, знаешь, мысли. Или самое страшное, что когда у тебя тиль, знаешь, ты вот залил, и хочешь проиграл, и ты думаешь, сейчас отыграюсь. Ну а вот в этот момент нужен кто-то, что... ставишь на фаворитов, да, в надежде, что они обязаны тебе выиграть. Нужен тот, кто тебе скажет, бро, остановись, сейчас не стоит этого делать, да, и вот, возможно, тот самый человек найдется именно там. Ну что, поехали, Изака Борс в защите, Team Secret в атаке, посмотрим, на что способны Team Secret в первую очередь в атаке. Я думаю, что... очень много зависит в атаке именно от пистолетной серии, потому что всегда приятно начать со счета 3-0. Нету Молотова. Всего лишь один смок и флэш, да. И по 250, так понимаю. Возможно, не будет выхода под верхнюю точку. Как зачастую открывают как раз-таки Молотовым на будку. Но Синапси пока что пытается расстрелять свой трофейный по 250. В направлении улицы есть смок отрезать одну из позиций. Возможно, постараются пройти в секрет. Да. Кстати, три игрока под рампы стоят. То есть это, вероятнее всего, будет сплит. Как?
Какой выстрел! Синапси еще и наказывает Эвиса в девятке. Только после этого Эксус закрывает Наркиса. И это большинство для Team Secret. Изменили решение. В итоге решили выйти по точку А, так понимаю, потому что бомба ушла обратно. И Redefection уже с бомбой выходит. И его, похоже, не чекают сейчас, не читают. А, потому что игрок один рухнул винты. Погибает Перси. Team Secret в меньшинстве. Redefection просочился на верхнюю точку. Можно удивить игрока в девятке. Ну, не полетело по стрельбе. Наверное, нет смысла сейчас Туау рисковать. Нужно дождаться своих тиммейтов и уже задавить большинством. Создает небольшое напряжение. Знает, что один игрок в дефолте не заметил. По-моему, не заметил игрока по стенке, но знает, что за бочками точно один игрок располагается. Смог с вентилей выйти. Ой, ни в коем случае нельзя погибать сейчас игрок в винтах. Два в девятке. И такие размены. Очень-очень опасная ситуация для Isaac Borz. Redefection SM, похоже, тащит этот раунд, потому что из винтов уже ничего же не сможет. Но вот вопрос, зачем тебе идти с винтов? Вот зачем? Ну, это же худшая позиция, которая только возможна. Ведь всегда же можно, например, выйти через тот же самый секрет, да, и пойти через мейн. Вот это гораздо уже приятнее заходить через мейн, чем через винты. Ну, рассчитывал, наверное, словить удачный тайминг для себя. То, что тиммейты заберут на себя весь фокус. Но Redefection очень хитрый игрок. Сразу же, знаешь, на опережение сыграл, собрал информацию. Ты имел в виду? Так. Redefection, да. У меня вот почему-то засело в голове. Redefection, да. Нет, я как-то комбинирую их ники. Ну, в поджиме Сьюхи находит фраг. Ой, тут еще второй. Пожалуйста, СМФ был к этому не готов. И это вот эти леглы в пузо. Это самое, что я больше всего ненавижу. Две пули, и ты труп. Неважно, что у тебя там. Армор, калаш, АВП. Абсолютно не имеет значения. Но, слушай, Анаркис может... Опять Анаркис. Это гений игры. Забей. Просто спрыгана вырубает Туао и остается 1 в 1. Да, 6 хп и понимает, по-моему, Авис должен знать, сколько примерно хп у оппонента. 1 в 1. А он читает эту перетяжку по 9? Нет, он идет винты. Ну и тут халява для Анаркиса. По-моему, Эвис уже вылез. Тут должно быть легчайший выстрел. Одна пулечка и это 1-1. Ну, Анаркис, конечно, такое тащит... Из ничего, да, сейчас троих забрал. Очень сложная ситуация для него была. И, ну, было бы чуть больше хп, может быть, что-то и смог бы сделать. По одному действовали. Хорошее начало в будке, там просто братская могила такая образовалась. Они, во-первых, гранаты вначале прокинули, а потом действительно забайтили вот здесь на эти выходы. Ну, диглы в упоре, это, конечно, опасная штука. Казалось бы, да, даже не ЦЗ. Диглы, ну как все удачно сложилось для Isaac Borz. Коэффициенты равные у нас на экране, но Team Secret вынуждены тоже делать форс-бай, естественно. Хорошо, что Анаркис поставил бомбу. Это благоволит сейчас немножечко Team Secret, у них чуть больше денег, которые они могут потратить. У них из-за этого появляются и гранаты, и фармилки. Ставка на Анаркиса. Самый убойный девайс у него на руках. Redefection врывается. Пока что неплохо. Эвис выживает очень долго на пушке. Ой, ну Redefection зачем сместился? Непонятно, к СМФ, видимо, слепой был. Тут суматоха, суета, добивает Перси. Последний игрок выходит с винтов. Как раз тот самый Анаркис. И его также сбривают. Плюс калаш для команды Isaac Borz. В защите действительно они играют очень хорошо. То, о чем ты Молотов говорил. Бы на будку, да? И Эвис уже не смог. А он был. Это, он был? Да, просто Молик, ну там же он всю будку не может поджечь. Он сел в этот момент на краешек другой. А вам напоминание, дорогие друзья, что успейте не упустить свой шанс и забрать бонус 9000 рублей плюс фрибет на 1000 рублей. Но это действует только для всех новых клиентов. Подробности по восклицательный знак тикет в чат. Вся информация будет вам доступна. Диглы в атаке для Team Secret без граната и четвером уже постепенно занимают улицу. Дистанции комфортные, можно тапать, такие, знаешь, закидывать волшебные выстрелы. Закинули. Закинули, да. Ну и Isaac Borz пока что играет очень далеко, закрыто. И ну, уже прекрасно у нас Синапси погибает. Чем это пахнет? Кстати, АУК здесь идеальное, наверное, решение на такой дистанции. Эвис подключается с секрета. Анаркис без потерь. Легкий раунд для польского коллектива. И вот все равно экономика очень странная сейчас у Team Secret. 3950, 3650. У Синапси вовсе 3500. То есть принимают решение, скорее всего, сделать, да, еще один экономический, не дефолтный пистолет. И много смоков. И есть вероятность, что будет врыв через улицу. Постараются пройти секрет. Посмотрим.
Защита разживается постепенно, уже есть запасы по экономике, как раз таки из-за того, что не отдали дропы в прошлом раунде, и Эксус уже находит фраг по Перси. А атака тем временем под точку Б готова врываться и, по-моему, отдают у нас сейчас из Акаборс это направление. Там есть вроде бы какой-то игрок на нижней, либо в, по-моему, в аквариуме. Но слушай, его прогоняют сейчас моликом, и это шанс на самом деле для Team Secret. Здесь слишком пассивно сыграли из Акаборс. Допускают до установки бомбы, тут еще и Анаркис отстреливается. Пожалуйста, минус Туао. И тут ситуация очень-очень опасная. Вовремя включился Эксус на два фрага важнейших. Жейн наказывает Анаркиса. Ну и в такой непростой позиции был Синапси. Конечно же, уже, я не знаю, только чудо могло его спасти. Это третий для, точнее, уже четвертый для Акаборс. И вот сейчас будет хороший оружейный. И, вероятнее всего, будет снайперская винтовка для Анаркиса. Да. Но учитывая, что у Team Secret были только лишь пистолеты, они сыграли шикарный раунд. Тут из Акаборс, наверное, все-таки не прочитали, вот куда будут двигаться Team Secret. И слишком пассивно сыграли на рампе. Непонятно, почему там вообще никого не было. И хотя бы кого-то на чек нужно было оставить. Ну и вот самый такой, на самом деле, момент истины для Team Secret. Посмотрим, как они смогут с девайсами, с хорошими разыграть. Хорошая комбинация. Должен успевать откинуть молотов. Вот понимал, атака, что первым атака, да, очень так аккуратно действует. Есть коридор для того, чтобы удивить сейчас. Какой настрел. Перси остается красный. Это игрок в ангаре. Он еще и забирает по итогу красного игрока. Шикарный мув от Сьюха. И действительно прочувствовал полностью. Дымовые завесы рассеиваются. Но здесь снайпер и Анаркис не увидел этот пиксель. Экзус его за это наказывает. Вот я бы побоялся сейчас на месте Team Secret дать вот эту вот уверенность Эксусу на карте Денюк, потому что мы уже видели с вами на днях, как этот парень просто сумасшедший действует с данным девайсом. Эвис тем временем находит фраг по Ради Фэкшену и остается последний игрок Team Secret. Ну, СМФ здесь, конечно, уже ничего не попишет, скорее всего. Бомба у него есть на руках, в принципе, может хотя бы сыграть на экономику, поставить бомбу и так далее. Пытается как-то разбайтить на ошибку. Акаборс понимает, что нет смысла, наверное, действовать как-то недооцененно. То есть будут действовать наверняка большинством. Пока пачка не стоит, нет смысла, наверное, распикивать позиции. И в итоге сейчас пойдет давление со всех направлений. Есть молотов. Будет, наверное, действовать на опережение или же все-таки подождет. Тут СМФу непросто. Просто выкурили его молотом, пришлось ему открыться под снайперскую винтовку, и это 5-1. Ну, изначально шанса было немного, да, 1-4. Хотя бы бомбу поставил, хотя бы заработал экономику, но все начинается снова очень бесперспективно для Team Secret. Но, опять же, вспомнить, если Train, там тоже все было так до поры до времени. Но в какой-то момент из Акаборс их механизм сломался. И что позволило Team Secret набрать те самые раунды, которые им позволили потом камбэкнуть. Да, но это нюк. Там был Train. И работа с АВП там намного проще. То есть, знаешь, как-то так вот включиться. Бегать по карте, успевать ловить тайминги хорошие. На нюке, наверное, будет посложнее этим заниматься Анаркису. А Эксус в поджиме создает большинство. Вот, кстати, как действует Эксус, это действительно радует. Когда снайпер постоянно меняет свои решения, там подожмет, найдет фраг, в следующем раунде уже предпримет что-то новое. То есть постоянно мобильное ВП в команде, это круто. И действует, да, через улицу. Анаркису нужно сейчас выравнивать ситуацию. Работает как хищник. Эвис неплохой тайминг словил для себя, просадил немножко по ХП своего оппонента. И времени остается чуть больше минуты. Ну, подставляется под снайперскую винтовку Эксус. Все же вышел на паритет по игрокам коллектив Team Secret, и можно развернуться. При том, что, зная, как играют Акаборс, они точку Б зачастую, знаешь, дают вот так вот. В надежде, что потом мы сделаем ретейк. Ну, они так и на трене тоже нет-нет играли. То есть и на оверпассе мы были, видели такие моменты, помнишь, когда они оставляли одного игрока под точкой Б и вчетвером смещались под А. Но сейчас выход через квики. Здесь на будке должен сыграть игрок, очень круто. Должны проверить. Нет, почему-то Анаркис не готов был к этой позиции. Быстрое смещение от Джена. Два фрага уже как минимум он демонстрирует в раунде. Подключается тиммейт с девятки и СМФ снова последний. На этот раз 1-3.
Шансов побольше. Но по-прежнему их очень мало. И снова молотов под него приходится ему открываться. И Туао все это дело завершает. 6-1. Пока что это разгром. С учетом, что Team Secret взяли первый пистолетный. Да, но Team Secret нужно что-то придумывать. Ну вот лично, по моим ощущениям, сегодня у ребят огромные проблемы с атакой. Даже с учетом... С учетом, что карты 2 из 3 максимально комфортные для данного коллектива, в атаке действительно все очень неоднозначно сегодня. И пауза у нас Team Secret. Не хватает, наверное, не хватило той морали после такого камбэка на карте The Train, с учетом даже того, что была замена. И, казалось бы, вернулся основной игрок. Винрейт на карте Денюк очень такой позволяет, так сказать, навязать свою игру. Но пока не клеится у ребят. И нужно что-то менять. И даже не знаю, что им вот можно посоветовать. Да больше пытаться играть именно такие стандартные раунды, знаешь, через стенку и смоков на улице, продвигаться в секрет, там, оставлять одного игрока, двоих на радио, пытаться с плитами выходить под точку Б. То есть, да, где-то это не получалось, но это рабочая схема, как бы, и рано или поздно она сработает, 100%. Видишь, у Изака Борс хорошее решение как раз-таки против улицы. Вот у них есть наработки, когда постоянно возле пристройки действует игрок, в секрет часто используют. Ну и, конечно же, снайпер. Там с девятки под девятью. Врывы под флешку. То есть, возможно, мы сегодня еще это увидим. Наработки у Изака Борса есть. Ну и запасы по экономике. 15 тысяч практически у Эвиса. Да, но пауза позволит, возможно, сейчас Team Secret найти какие-то ключи к тому, чтобы действовать поувереннее. Но уж слишком хорошо играет Сакобор в защите, я с тобой согласен. И ты это отметил еще в начале, когда только увидел эти карты, да, что как раз вчера или когда там, ты говорил, они играли. По-моему, позавчера играли против команды Apex. Тоже очень жестко. Именно, да, железно-бетонная защита была от польского коллектива. Много флешек в раунде для Team Secret. Пока что большинством занимает лобби, и тут комбинация это, похоже, читают, что может произойти. Вопрос, только не топнули ли в этом бусте, потому что иначе его прочекают просто-напросто. Плохая хаешка. Такая, знаешь, неприятная. Но обязан Перси проверять. Почему-то он туда не смотрит. И сейчас такое может быть. Забирает первого, второго, третьего. Эвис. Шикарная работа от Эвиса. Не очень уверена, но тем не менее эффективно. Трейк забрал. Знаешь, дефолтная позиция, тишина, никто не байтит даже. Никто не смотрит, да. И поверили в чудеса какие-то сейчас Team Secret. Но проверить такую, видишь, позицию. Возможно, это, знаешь, next level play. Вспомни тот самый раунд, когда Изака Борс полностью ушли с рампы, и они также прошли на шифте на нее. И они такие, опять отдали. А тут нет. Такие, тут, знаешь, радостные сразу такие, тик-тик-тик, мы спокойненько получается, прошли. Тот самый раунд был 10 тысяч IQ move раунд, которым мы с тобой не разобрались. Да, в шаге Изака Борса того, чтобы забрать первую половину решающей карты. Ну и, конечно же, увеличить свое преимущество, добавить плюс по морали. Секрет, конечно, сейчас в такой печальной ситуации. Я уж думал, вот на третьей карте сейчас будет, знаешь, такой просто разрыв. Да, рано пока еще об этом говорить, ведь трей начинался точно так же. Там 10 раундов за подряд взяли Изака Борса. Мы тоже сидели и думали, ну все, ну похоже все, ну доигрались. Но нет, Team Secret вовремя собрались. И тут все упирается в то, как Изака Борс будет доигрывать. Будут ли допускать ошибки? Вот, кстати, ошибочка, похоже, в пристройке. Сьюхи уже отдал свой АК-47, занимаются комфортной позицией. Там в сайте игрок, я не пойму, где. Да, там все еще игрок в сайте. Очень долго жил игрок, и это 1-2. Туао с девятки. Нашел первого. И знает, где СМФ. Позиция у СМФ должна быть выигрышной.
Не прочитал то. Но поторопился, мне кажется, Туау. То есть зачем пикать было, ведь бомба еще не ставил. Ну ладно, это уже такое. Это уже мелочи, это уже просто... как-то разыграл, скажем так, момент. Тут уже вкусовщина. Одна небольшая ошибка от игрока в пристрое. Не готов он был к этому врыву. Это даже не назовешь ошибкой, если честно. Ну, то есть он был в пристрое, и ему со сквики накидали флешки. Он в блайнде стоял, пока отошел. То есть тут, ну, сориентироваться было тяжело. Это хорошо разыгранный раунд, как по нотам от Team Secret. Я бы так это все-таки назвал. Теперь комбинация от Изака Борс. Один игрок в секрете, Сьюхи в своей позиции. И Team Secret готовы проходить улицу. Все сейчас вопросы к Эвису. Дает один фраг. Эвис, Эксус успевает откинуть молотов. Пока что нет возможности у него конечно, реализовать интересно. Снайперскую винтовку. А что за позиция у Сиху? Не знаю, может быть, он хочет тут же закрыть дверь. Возможно, игрок обычно, который открывает дверь, встает тут по стенке, знаешь, и он его и вычисляет. Либо да, либо хочет закрыть ее сразу. Сейчас увидим. Давайте на нем оставим. А, все, понял. Типа за дверью. Хорошо, что ствол не торчит как. Наверное, М-ка 20-патронная как раз таки торчит. Было бы видно. Ну, возможно. Так, погибает у нас уже Жен. Очень такая интересная позиция. Суета. Буквально миллиметр, и Синапси бы увидел. И ведь не выходит, а? Хитер, как Синапси. Двойка по-прежнему с помпы-то на улице. Но если сейчас Юхи сыграет с этой позиции, это, конечно, будет, не знаю, имба какая-то. Смотри, в ряд выходят. И ни по одному не залетает. Юхи, ну что такое? Разбежались, знаешь, в разные стороны глаза. Вот так. Интересно. И тут тоже Туау мог сыграть. Ну, как-то вот не пошло. Мне кажется, знаешь, что зарешало? Первое, то, что убили его тиммейта. Он запаниковал, что тиммейтов начинают убивать. В одну секунду в ряд были. И вот он сам сместил прицел в другую сторону и потерял эту возможность. 7-2. И снайперская винтовка для Эксуса присутствует. И, кстати, Анаркис также владеет данным девайсом. И похоже, что Team Secret сейчас могут навязать свою игру, взять вот эти 5, 6, а то и 7 раундов в атаке с Юхи в поджиме. По-моему, услышали, какие Team Secret, или же все-таки не ожидает. Вот эта граната, скорее всего, даст какую-то информацию, что нужно, по крайней мере, в этом направлении поглядывать. Да, действительно. Но недостаточно Team Secret, там, знаешь, даже двух раундов подряд. Нужно прям серьезную серию показывать. Вот сейчас желательно выиграть, чтобы перебить экономику как раз из Ака Борс. И тогда уже в этой экономической войне их начинать душить. Кстати, как коллективы сегодня очень похожи. Хорошо играют в защите, но в атаке все очень сомнительно. Ну, у Team Secret-то все шансы есть сейчас в атаке включиться. Все, в принципе, у них неплохо идет. Отдают секрет. Вот распоряжение. Эвис может в хорошем тайминге сейчас зайти в спины. Огромные проблемы у Эксуса, но все же нашел он свой фраг со снайперской винтовкой. Это 4 в 4. И пропустил игрок. Все, не чувствует Перси 100%. Для Перси это халява. Ну и дальше Анаркис уже делает свое дело. Посыпались из Ака Борс. Что-то их оборона дала брешь, дала течь. И Team Secret этим пользуется. И притяжка обратно на верхнюю через винты. И двойка остается вне удел. Забрать ВП от Эксуса, который упал в винтах, и сейвить. При этом экономику всю свою уже потратили. Это будет раунд от двух девайсов. Хотя, возможно, докупят. Там денег будет очень мало, да. Наверное, будут докупать, если получится все же перенести два девайса в следующий раунд. Ну и нашли ключики Team Secret. Как раз-таки вот улица, которую я так хвалил у команды из Ака Борс. У них в том матче против Apex все получалось практически в этом направлении. Но сегодня есть определенные проблемы. И Эксуса продавили. Такая неоднозначная позиция и пару промахов. В итоге всего лишь один фраг. Не знаю, что из Ака Борс теперь делать. Нужно что-то придумывать. Team Secret. То, о чем я говорил, да? Вот дефолтные раунды с дымовыми завесами на улицу. Они... Ну, они рабочие, как бы. Да, это может не получиться один раз, два раза. Но рано или поздно это сработает. И... Работает другое. Вот то, что работает каждый раз и работает эффективно, это 100 призов на лутбете, которые каждую неделю вы можете выигрывать. Для этого просто делайте ваши ставки, если вы будете выигрывать
ставки с хорошим винрейтом, да, и продвигаться вверх по ладеру, то забирайте не только денежное вознаграждение, но и шикарные призы от Лотбет. Двенадцатый раунд, и постепенно Team Secret приближаются к равенству по счету. У них все для этого есть. Да, два девайса лишь поцевили за Корс. Я так и не понял, почему они не забрали ВП от Экзуса. А вот сейчас с мачками забайтили, так знаешь, на вот это вот. А вот. Возможно, мы снова по улице идем. Тогда вот сами это, готовы выйти наверх. Это самая главная фишка этой карты. Ты должен эти дымы кидать каждый раунд. Чтобы не понимали игроки защиты, есть ты там, нет тебя. То есть это такое, такое своеобразное внушение. Ждут информации от тиммейта. Red Faction у нас уже прошел через секрет. Один игрок из Ака Борс в будке. Жейн, возможно, будет заходить в спину. Ну и Эвис открывается через винты. Прекрасно видит всю вот эту вот... Ждет, ждет своего звездного часа. Открывается, есть фраг по синапси. Перси ответ по Эвису и большинство для Изака Борс. Шикарно здесь все разыграли, конечно. Как по нотам, ребята, из Изака Борс. Остается только Red Faction. Ну и 1 в 4, конечно, здесь тяжело. Его еще дымом закрывает. Может взорвать игрока в дефолте, между прочим. Ну а дальше Эвис отвечает неминуемым выстрелом по Red Faction. 8-4, но как же круто там все сделал игрок с винтов. Вот пропустил всех, действительно, нервы, как стальные канаты. Знаешь, такие прям микропиксели видно всех, как они проходят у тебя на экране. Ну и, конечно же, не хватило, по-моему, Анаркиса, он прикрывал спину. Кстати, кто, интересно, винт разбил? Случайно это было или он попросил это сделать? Он же не сам разбил винт, винт разбился, и он из-за этого выскочил. Ну, возможно, да. Возможно, тиммейт с девятки. Да, может, он попросил, чтобы не палиться, что он в винтах. Если бы он сам начинал его разбивать, тогда они бы, может быть, успели среагировать, развернуться. А так, винт его, за него разбили тиммейты, и он этим воспользовался. Переворот от Изака Борс. Теперь у них шикарный бай. И Team Secret вышли в ловушку. Я, если честно, сразу как-то, знаешь... Когда увидел то, что 4 игрока стоят при выходе в двери, такое узкое пространство, мне показалось это не очень хорошо. Да, не очень хорошей идеей. А не хватило, наверное, как раз того игрока, который бы упал в мейн, да, и помог как в тот раз в тот самый раунд Team Secret. Ну да ладно, я думаю, они свои выводы сделали. Опять же, стенка эсмаков по улице, на этот раз тут мутится несколько игроков в количестве 3, и они еще и с бомбой. Их там не встречают. Эвис идет на приемку, да, возможно, будет врыв. А кто поможет? С девятки снайпер. Ну, тут проблемы, на самом деле, у Эвиса. Тут же он погибает, снова его команда в меньшинстве. И принимается решение укрепить нижнюю точку. Но зная Team Secret, не факт, что они туда пойдут. Он любят сейчас может на снайперскую винтовку открыться. Игрок с пристроя, с Юхи, его любимая позиция. Может быть, на этот раз она сработает. Да, закрывает синапси. 4 в 4. По-прежнему пока что ситуация... А здесь снайпер. А здесь снайпер их ждет. Ох, сейчас будет сюрприз для него, когда увидит троих игроков у себя на прицеле. Но, к сожалению, выстрел не летальный, не попадает он. Вот да, сегодня конечно... Эксус пока что не раскрутил свою снайперскую винтовку на данной карте. Сихи дальше, дальше, дальше гнет свою линию, понимает, что он в винтах здесь в опасности, его нужно как-то закрывать, но он на припаре выходил на СМФа, закрыть его не получилось, тут же перетяжка на верхнюю точку винты, но боятся игроки, что их там закрыли, Экзус это прекрасно понимает, и вопрос только, попадет или нет, да, попадает Экзус, остается Перси и Red Faction, Перси уже на верхней, информация по нему есть, забирается бедолага прямо на прицел к Тао, и Перси остается один против троих сейчас. И времени очень мало. В любом случае, он уже не сможет вытащить раунд, хотя бы засейвить девайс. И вот чуть-чуть, вот знаешь, тайминги не идет по таймингам у Team Secret мудрят, в этом раунде. Понимаешь, да. Мудрят. Казалось, уже Перси прошел дефолт и открылся то игрок есть, с во-первых, они сразу сдали энтри-фраг по игроку в Secret, да, и вы сразу заработали себе большинство, плюс на первых же таймингах вы втроем там с бомбой. Потом зачем-то выпускает игрока со сквики, который просто бежит по большому счету на неминуемую смерть. У него ни поддержки, ничего. Он просто выбежал и умер. Вы опять уже 4 в 4. Дальше вы пытаетесь быстро просочиться туда, там вас встречает снайпер. Ну и вообще-то это суматоха. То есть, мне кажется, Team Secret просто нужно играть попроще. Вы дали энтри-фраг, ну и отыграйте от него. Соберитесь вместе и пройдите на одну точку.
Да, согласен с тобой, поторопился игрок ходить через двери. Быстрый выход как раз-таки через двери от Team Secret в этом раунде. Есть пару девайсов, и у нас уже потери начинаются. Синапси ответ, Тауау действует с девятки, хорошая работа. Рефекшн здесь пытается... Как с автомата стреляет просто. У него обойма, мне кажется, 44 патрона там. Бомба стоит, Анаркис... Оу, Анаркис. Очень важно было сейчас Туау не погибать, потому что это была бы хорошая возможность зацепиться за раунд для Team Secret. А теперь только сейв АК-47. Я подумал, что у Анаркиса нет шансов, но шансы-то были. Если бы у него был калаш на руках, мне кажется, совсем по-другому могла сложиться эта ситуация, этот раунд в целом. 10-4, ну что, секреты, как на трейне? Пятерочку забираем и камбэкаем? Или нет? Совсем плохо у Изака Борса. Уже три девайса есть. На карте Денюк или нет? Синапси также должен прикупить себе АК-47. Как ты считаешь? Что? То есть ты вспомнишь тот матч против команды... Ну, вообще, в целом, Apex, даже если не брать тот чья матч... Чья атака лучше смотрится? Team Secret сейчас, то, что ты увидел? Или тогда у Изака Борса? Да, мне кажется, плюс-минус одинаково. Но все будет зависеть от состояния сейчас у Изака Борса. Ну, и от пистолетки. Они понимают, что карта уже решающая. Либо вы проходите в плей-офф, либо покидаете турнир. И возможность уже на карте Детрейн упустили. Тем временем проход через Секрет. Снова погибает Эвис. Ну не идет у него игра в этой позиции сегодня. Он немножко не по таймингу гранаты прокинул. Чуточку бы раньше. Но здесь со спины уже давит Джен. Вырубает первый. Плюс Эвис очень много дэмэджа внес. Да, они вроде бы под свой контроль взяли Секрет. Но вы теперь понимаете, что вас и там закрыли. И тут закрыли. И идти нужно до конца. Похоже, идти на нижнюю. Здесь игрок в аквариуме. Уже погибал. Единственное, открывается под флешку. Хорошая работа. И Молотов также отрезает Перси. Не может он действовать, но Туау решил открыться сам. И это 3 в 3. Посмотри этом... ХП. Да, ХП огромно. У Анаркис 13 ХП, Перси 33. Есть огромные определенные потери. Проблемы. Перси все еще здесь стоит. Я он опять сейчас даст фраг, смотри, его не читают вообще в этой позиции. Ну, спалился с маяком. Но это не мешает ему наказать снайпера противоположной команды. Создает небольшое большинство, 35 секунд. Пройти с Юхи. Замечает. И второго не ждет в этом поинте, но есть игрок с короткого. Они ждут его тоже со спины. Они знают, где был Жен изначально, что он был с улицы, что он уже здесь может быть. И они уходят в винт. Вопрос только в таймингах. Пачку не пропустит. Нет, пачка прошла. Игрок с пачкой, пачка да, прошел. Ну, из вентилей будет выйти непросто. Смотря какой тайминг. Времени... 5 секунд он не ставит, он выскакивает. Ну, убивает. Ух, но забайтил-то Перси неплохо. 11-4, все-таки не получилось пятерку брать. И вот сейчас все реально упирается в пистолетку для команды Team Secret. Если они ее не возьмут, если потом проиграют форс-бай, который они сделают, то все, это там уже прям... 13. Да, 13, это реальные 4. Проблемы. А тоненько. Ну вот ты, но вот ты понимаешь, один, что даже конечно, такой был... счет, он ничего не дает тебе. Ты понимаешь, что легко сейчас Team Secret могут в защите не, ну, не хуже сыграть. А может могут, быть, даже и лучше. Согласен. Но что-то мне, если честно, в это уже с трудом верится. Все-таки снайперская винтовка, даже если Анаркис снова будет. Знаешь, мне не верилось и до этого на трейне, там когда трейн к ним присоединился был. Тренер. Там я все-таки верил, то, что может Анаркис раскрутить свое АВП. Ну, хорошее настроение, судя по фоткам у ребят из Зака Борс. Тем более, что по количеству киллов, по энтри-фрагам и АВП-фрагам они сейчас на первых строчках находятся. Но, опять же, это игра в защите. Мы прекрасно понимаем, что в атаке, например, Савика не так просто искать фраги. Если есть хорошая поддержка, допустим, поджать улицу красный или быстро отстрелить лобби через двери, все будет зависеть от того, насколько готов к этому сам Анаркис. Вот ты когда играешь нюк, ты же со снайперской винтовкой в основном играешь? Нет. Ты же снайпер, я же 20 да? лет на рампе. У тебя хорошая поддержка, когда ты играешь. У меня максимальная. Да, там хорошие ребята. Главное понять, когда пикать, когда не пикать. Да, второй пистолетный раунд. Как же он сейчас важен команде Team Secret. Ребята сегодня постоянно, по-моему, да, в роли догоняющих. Ну, за исключением оверпасса. Они вроде первую-то половину да, начали в защите. Нет, они оверпасс вообще выигрывали. Да. То есть там камбэк начался со счета 12-6 или 12-7, что-то типа того. Ну вот после этого все идет как-то против них.
И вот снова эти скучные паузы, которые не очень-то на руку из-за Акаборс. Им не хочется сейчас опять свой, знаешь, ритм игры терять. Они уже немножечко такой на плюс моральки играют, я уверен. Сторона в любом случае комфортная для них. Они сделали свою работу. В какой-то момент, конечно, казалось, что Team Secret готовы сейчас выйти на примерно равный приближенный счет. Но нет, справились с давлением, взяли свое. Я думаю, поляки сейчас примерно уже понимают, что, скорее всего, вот она победка, да? Но она бывает трейн, так близка трейн, и так недосягаема. Трейн мы не вспоминаем. Это победа. Бывает, она у тебя уже в руках. Вот она. Вот осталось раунд только взять. И не получается. Что у нас? Информация есть по поводу паузы? О, несколько секунд, и мы залетаем на второй пистолетный. От пистолетки, как мы уже сказали, очень многое зависит. Интересно, какое решение сейчас будет от Изака Борс? Я думаю, побегут быстро просто на ноге. Наверх? Это же Изака Борс. Да хоть куда. Верхняя рампа, улица, без разницы. Но вот Секрет часто использует по 250. То есть ставка на какие-то выстрелы, на большинство. Там синапси жестко с него попадают. Синапси, да. Сегодня нас порадовал двумя отличными тапами по улице. И посмотри, как аккуратненько эти коэффициенты выставляют в лутбет. То есть счет 11-4, а кэф всего 3. То есть не 4, не 5. Карты Денюк. Ну да. Есть молик, между прочим, два молота даже в закупе у Изака Борс. И это намек на выход на верхнюю точку, видимо. Скорее всего. Хотя большинство смещается на рампу. А там на приемке только Ready Faction. Ну, его главная задача здесь просто собрать инфу. То есть он не собирается там особо, наверное, в какие-то конфронтации вступать. Так, отрезали Анаркиса. На точку Б выходят. Игрок с хилпы Перси подключается своевременно. Хороший уже настрел в его исполнении, но не отпускают. Это киты, между прочим. Это очень важно, что они выбили игрока с китами. И понимают, что сейчас нельзя оставаться на верхней точке СМФ. Очень важное решение принимает выйти в лобби. И, возможно, они его не ждут теперь здесь. Подловил. Кстати, разменялись в таймингах. Хэвис-то у нас уже прошел через двери. Сразу же занял за вентиля. Ну и вот та самая ЦЗ-шка. По Эвису есть инфа, его видели. А второй, третий игрок со спины, не читает его Эвис. Просто в таймингах Эвис, стрельба, не залетает, Ready Faction добивает в итоге. Представь, какое волнение у него было сейчас. Какое у меня сейчас было волнение, когда Ready Faction не попал с первой пули ему в голову. Я когда думал, ты что все. Заходишь со спины, перед тобой моделька. Ты думаешь, сейчас один тап и все, плюс раунд. Но предательские пули не летят. Эвис, как же не прочитал-то, да? Даже не зачекал со спины. Вот, Блачка, конечно, он здесь мог выйти еще проверить игрока в лобби. Возможно, была конкретная инфа. Типа, кто-то наверняка сказал на сайте последний. Как всегда это бывает. Потому что странно, что он и прям вообще выключился и даже не смотрел на спину. Бомбу установили. И теперь посмотри, девайс Пай есть хороший. Для Изака Борс. Да, можно сейчас смело переворачивать все это дело и заставлять Team Secret уходить на экономический. Там, наверное, форс будет в случае проигранного. Денег будет крайне мало. Ну вот попробуй еще выведи их на экономический. Team Secret тоже все хорошо по девайсам. Крокодил есть у синапси в упоре, в лучших традициях. Но идут контактом, постараются удивить, внезапно открыться большинством. Игрок за черным очень важно, сколько он сможет дать фрагов. Перси пока что очень круто реализовывает свою позицию с ФАМАСом. Но сейчас его будут зажимать со всех сторон. Неплохо отстрелялся, наверное, на свой максимум. И это уже 2 в 2. Хороший размен, приятный для Изака Борс. Проблема в том, что там по ХП потери серьезные у двойки. АК-47. Да, один калаш. Выстрел. Ну и здесь крокодил опять же. Синапси. Правда, крокодил — это такой девайс, который вообще это просто машина для убийства. И при этом он идет на сокращение дистанции. Большая. Нет, скорее всего, Эвис все же прочекает его убьет. Эвис его. Ну, если откроется первым, то это сразу же смерть. Крокодил не отпускает такое. Понимает, что может быть второй. Беспощадно. Вот тут еще плечо разбил ему. Немножечко бэмит. Но опять же, вот Перси, конечно, круто очень сыграл в сэмпоинте. Два фрага ключевых вообще дал в этом раунде. Его должны были, наверное, попроще проходить без такой потери по игрокам. Но Перси молодец. 11-6, и вот форсбай не удался. Теперь нужно делать экономически. Появляется ВП у Анаркиза. И, в принципе, Секреты сейчас играют по тому же самому сюжету, что мы видели на трейне.
Не, ну если Team Secret здесь продемонстрирует камбэк, действительно. Так, а все шансы есть, что нет-то? Будет бра вот для них. Синапси на приемке. Беспощаден. Большинство ушли сразу же. Игроки защиты. Остается всего лишь один игрок. Это Эвис. Попытка уйти на нижнюю. Попал в него, между прочим, да. Наркис. Ранение нанес. Это же Radiant Faction ничего не даст сделать. Это седьмой раунд. Бомба не поставлена. Но сейчас Закоборс в любом случае будет закупаться. У них 5300. Хороший бай. И вот пришло время вытаскивать из рукава те самые свои фишечные раунды, которые у вас должны быть. 11-7. Напоминание для вас, дорогие друзья, что всем новым клиентам Lotbet дарит бонус 9000 рублей плюс фрибет на 1000 рублей. Все подробности в чате пишем просто восклицательный знак тикет, и вся информация будет вам доступна. Дефолтные смоки на улицу, а сами намерены из Акаборс выходить в другом направлении. Постараются подловить игрока под точкой Б. Хорошая ХЕшка залетает. Очень много дэмэджа она вносит по коллективу из Акаборс. Ну и Синапси уже поблизости. Не дают ему такой возможности работать. UMP уже в работе. Ну, не отпустят, скорее всего, здесь главного опорника. Много дэмэджа внес среди. Да, 4 в 4 уже. Там Анаркис уже стоит за реактором. С АВП отстреливает. Анаркис. Что он творит? Последний Туау на 37 хп. Тут уже... Готов все это дело завершать Синапси. И вот так вот подловил. Хороший тайминг. И нас снова ждет экономический от польской команды. Ну не получается, не работают раунды. Очень как-то сумбурно, вот даже здесь Artifaction забирали. Боялись, что еще умудрится даст фраг. Но Анаркис это просто машина для убийства, я не знаю. Все, что нужно, он делает. Мне кажется, не хватает в таких ситуациях, как одной, так и другой команде, игрока, который может взять на себя инициативу. Знаешь, вот рискнуть где-то, попробовать открыть что-то. Пытаются работать командой, но их легко контрят. Ну, сложно на инициативе что-то открывать, когда против тебя Анарки с Авиком везде вышибают. Но он же не по всей карте бегает. То есть узнали, где снайпер, и попробовали что-то вскрыть, допустим, в одиночку. Но это уже какая? Третья карта по счету, и мы видим то, что как одна, так и другая команда в атаке ничего интересного не демонстрирует сегодня. Вот неплохой раунд был сейчас с падением винты на самом-то деле. Туау запустили и вчетвером пробежали через улицу в секрет. Но найти фраг здесь не получилось. И уже лобби прожали. То есть очень много Team Secret сразу же собирают информации по карте. Не сидят на месте, скажем так. Не позволяют здесь ничего из Акаборс намудрить. Концентрируется на нижней точке. Тут поблизости будет Анаркис. Все это дело прикрывать ради фэшена. Ух. Вот это да. А это шансы. Анаркиза в итоге вырубают. Игрок тут с эской, конечно, дает размен. Но этого недостаточно. Ситуация 4 в 2. В упоре подвилка игрок. Пытается под размен выйти его закрыть. Но это уже Авик у Туау на руках. Есть фраг, но тут же Экзус. Как это получилось? Что сейчас делает Закоборс? Ничего не предвещало беды. Ведь хорошие позиции были у Team Secret. Фух, да, такой матч мы смотрим великолепный. Но более великолепно то, что вы можете не просто смотреть, не просто выигрывать ставки, но еще и выигрывать крутые призы от Lotbet, которые в количестве 100 в неделю разыгрываются для самых активных пользователей. Поэтому команду восклицательный знак «Ладдер» в чат, и вся информация будет у вас на экране. Ключевая позиция от Greedy Faction, от Ready Faction. Greedy Faction. Мне такая охота его назвать. Greedy Faction. Снова Синапси, между прочим. У него был другой скин до этого крокодила. Ему кто-то дропнул, что ли? Скорее всего, так и есть. Пытается принять выход на верхнюю. Забей. Там просто Синапси вырубает. Но Тау не ожидал здесь увидеть. Тау, нужно ставить бомбу как-то. Жен прикрывает. Отлично. Экзос ждет. На прицеле держит 9. Перси. Знает ли, что игрок есть на улице? Должен знать. Должен подозревать. Для Team Secret сейчас, наверное, самая сложная ситуация. Раунд, который они могут взять, да, и очень важно им его добыть. Хорошая реакция по Эксусу, есть снайперская винтовка. А пойдут ли? Надо идти. Китов нет. Нельзя отдавать 2-2 раунда такой. Может быть, киты где-то в сайте? Эх. Ну ты посмотри на экономику коллектива Team Secret. Странно, что Radiofaction не решил сыграть с Авиком, да? Пошел дальше именно с Fire7. Ну, наверное, не хотел палить свою позицию, открывать прицел. Даже без скопа можно просто резко. Но я имею в виду то, что, видимо, АВП для него непривычный девайс. Вот я к чему.
Такое тоже возможно. Но авик подсейвили. Хорошо, вы подсейвили авик. Это всегда шанс. Тем более, когда у вас анаркис просто как демон настреливает все три карты с ЛВП. Ну, здесь до какой-то, в какой-то момент даже было страшно за Изака Борс. Размены такие были приятные, но потом вот включились парочку игроков, и все-таки не получается пока что Team Secret зацепиться. Но я думаю, ребята немножко расстроились от позапрошлого раунда, когда, казалось бы, они прочитали всю ситуацию, сделали укрепление, и вот так вот не смогли принять выход на нижнюю. Не сыграл Redis Faction, и также Анаркиса всего лишь позволили один фраг найти. И теперь раунд с одной снайперской винтовкой, причем не стали дропать ее мейн-снайперу. Перси владеет данным девайсом и под флешку уже запускают на верхнюю синапси на приемке. Фулл блайнде уже погибает, также падает СМФ. Одна и флешка. Все благоприятно сейчас. Да, не стали мудрить по гранатам, буквально запустили под одну. И снова сейв снайперской винтовки, по крайней мере попытка. Но потом будет бай уже в следующем раунде. То есть да, правильное решение Анаркису здесь, конечно же, не погибать. Кстати говоря, очень интересный момент, что не Анаркис с авиком был, а Перси. Да, для да, того, да, чтобы был армор у него. Окей. Это уже 14-8. Да. Два раунда остается из Зака Борса, и они в плей-оффе. И вот такой возможности, я думаю, уже они команде Team Secret не предоставят. Повторить вот этот успех с карты D-Train. Да погоди. Нет, все, я уже да верю. Да погоди. Я поверю, когда будет счет 15. По игре вроде как видно то, что Изака Борс поверили в свои силы в атаке. Получается у них определенные вещи. Это в любом случае... Такой момент должен кто-то сказать. Я сейчас в зале, за спинами стою, там камбэк. Ну и практически все игроки в топе от Изака да, Борс. Да, энтрифраги, конечно, они очень большое количество дают их на карте Денюк. Да и на трейне было, в принципе, то же самое, да, до поры до времени. Там вообще ни одного игрока не было по энтрифрагам за 10 раундов у команды Team Secret. Последняя возможность в обороне что-то предпринять. И посмотри, все в лобби, никто даже на улицу не идет. То есть, видимо, хотят выйти вот так вот. Прямолинейная лобовая атака на верхнюю точку с попыткой разменяться в плюс для себя. Посмотрим, есть снайперская ли винтовка на руках у Эксуса. Выходят без единой гранаты. Готовы к этому. А почему никто будку не чекает, убегает? Есть инфа? Решили удивить. Но все же успели вопросов построить нет. Они Secret удивили. Они реально удивили. Это все здорово. Но почему никто не проверяет самый дефолтный поинт на будке? Три игрока бегут спиной. Очень странно. Выжимает девайс у нас из Зака Борс. Самое важное, есть что еще запас небольшой. Самое важное, что Team Secret не потеряли практически ни одного девайса. То есть два только в предыдущем раунде. Позволяет им сейчас очень хорошо закупаться и большой пул гранат обширно иметь. Анаркис уже на инициативе, то, о чем ты говорил, но тут его ловит Экзус. Ну как же обидно. Это то, что нужно было на самом деле Team Secret. Это полностью обоснованный поджим от Анаркиса. Он все делал грамотно. Но слушай, тут разменялись тиммейты по итогу. Единственная синапси остался красный. Ну да, но тут он с калашом, поэтому может сработать. One tap, one kill по-прежнему для него схема рабочая. И просачивается в смог. Там синапси. Двойка с бомбой здесь и один игрок в лобби, да, я так понимаю? Ready Faction не стал давить прострел радио. Прострел по синапси. Экс, ты же слышишь. Уже подловили Ready Faction, судя по всему, на нижней и точке. И они не ждут игрока с ладера, ой, с лобби, это 100%. Да, Экзус выключает СМФа. 6 матчпоинтов. Ух. Для команды веришь, Изака Борс. Все-таки Изака Борс выиграет? Конечно. Я изначально даже на старте матча знаю, что они сегодня не фавориты. Я верил в этих ребят. Ну, по такой игре, если честно, тяжело поверить в то, что Team Secret сейчас смогут. Я представляю, насколько сейчас разочарован Анаркис. Вот буквально доли секунды, и мне кажется, он мог как раз-таки да, найти да энтри, но все сложилось не в его пользу. Многие могут сказать, зачем ты лезешь, да, там, такой счет 14-9, но
Без этого невозможно просто... Да, тяжело, когда ты зажимаешься, конечно, и боишься, знаешь, надеешься на то, что получится. К нему вопросов никаких нет. Просто так не повезло, тайминг не сошелся. Но, тем не менее, сейчас очень печальный бай у Team Secret. И тут прям, ну, нужно будет прям очень постараться, чтобы этот раунд проиграть. Если Закобор сами себе сейчас каких-то палок в колес не наставляют, если просто дисциплинированно сделать то, что они захотели, то, по идее, это должен быть 16-й раунд. Может быть, такого шанса просто не будет больше. Да, ни одного комфортного девайса, но раунд начинается положительно с фрага от Перси. Тут же ответ моментальный от Эвиса и 4 в 4. В секрете смог, и ребята не могут из-за этого пройти. При том, что Эвис взял снайперскую винтовку в руки, я думаю, комфортный девайс для него, с учетом того, что мы видели на карте Детрейн. Да, он хорошо стреляет с АВП, и количество ХП ему сейчас как раз позволяет с авиком играть. Единственное, знаешь, в защите многие умеют играть с авиком. Вот в атаке в этом плане потяжелее. Ну, Синапси, хорошая позиция, но со стрельбой возникают огромные проблемы. И это меньше минуты на реализацию. Три фрага отделяет сейчас. Ты посмотри, где просто Туал. Ты посмотри, где он. Он на девятке. Ну и сейчас коллектив из Акаборс ждут информацию как раз-таки от своего тиммейта, и он может зайти. Нет, по-моему, уже готово. Он ушел в рампу. Он пошел вилку чекать. Да, сейчас очень тяжелая ситуация. Они хотят на низ пойти. Там никого нет. Team Secret все на верхней точке. Выиграть такой раунд невероятно сложно будет. Невероятно При сложно. При том, что они китов. Могут бомбу только убить здесь сейчас. 23 секунды. Главное сейчас не заиграться. То есть должны уже сокращать расстояние. Должны понимать, Сакоборс, что если здесь никого, значит, где твои враги? Значит, они со спины идут. Успеет ли? Ай, какой неприятный тайминг для СМФ. Только после этого Ready Faction забрал с Юхи. Это по-прежнему меньшинство для ребят. Ну, есть возможность подобрать второе АК-47. Практически невозможно, конечно, такой клатч выиграть. Шикарная позиция у Туао. Вот сейчас снайпер-то может пострадать. Пока что не залетает. Нет, все же. Смогли вы. Анаркис, ты можешь? Нет. Это раунд и победа из Акаборс в этой, ну, невероятно сложной на самом деле игре. Не знаю, Team Secret сегодня смотрелись плоховато, если честно. Да, временами какие-то ключевые звенья включались, типа Анаркис, Синапси, но вот Ready Faction где-то не хватало. Возможно, вот эти проблемы, скорее вылеты, всего, они определенно бьют, да, и по морали, и по твоей, в целом по твоей игре. Непонятно, что у него там, может быть, он с лагами играл. Но с тренером они даже сыграли на трейне поувереннее в защите, чем сейчас на нюке с Ready Faction, да. Ну и поздравляем, естественно, команду из Акаборс. Вопросов вообще к ним никаких. Они все очень круто сделали. Могли, наверное, и трейн выиграть, но где-то не пошло. Бывает. Но матч был очень жарким. Я думаю, вам всем понравилось, как и нам. Поэтому... А эти матчи сейчас, они самые жаркие, потому что матчи на вылет, ребят. И это повод подписаться на этот канал, потому что этих матчей еще буквально парочку осталось, начнется плей-офф. Поэтому ни одного матча нельзя пропускать. Каждый день сейчас идут матчи Лутбет, и завтра в том числе. Поэтому увидимся завтра, увидимся на трансляциях UCC. С вами работали Вася, Скорость и Злоба. Поэтому не забывайте забегать на наши социальные сети. Мы всегда рады с вами поболтать. Всего доброго, до встречи. Всем пока, ребят. I've been to.